Вот мы находимся сейчас в селе Вороново, где горел лес и где погорели все дома. Ну просто я не хочу остаться без такого чуда, где явлено, он братоля, он на крыше наш, видите он? А теперь вот смотрите, вот дом горел, и вот полностью дом сгорел. А у нашего брата Толи не царапинки. Он когда все горело, говорит, я вышел, заплакал и пошел, думаю. А когда возвратился назад, все кругом погорело, а его дом остался целый. Вот вам и чудеса Господни. Вся улица сгорела полностью, видите? А брат, а многодетный брат и его семья, сколько, Толя, у тебя детей? Шестеро. Радый? Очень. Но тут, дивись, всю жизнь живи ты перед Бога слава. И вот, бачите, вон, вот рядом горело все, а его дом остался цел и невредимый.